Еще один выпуск секретных персонажей Mortal Kombat 11. Секретных персонажей Mortal Kombat 11. А ну, играем за Сайракса в Mortal Kombat 11. Сюрах. Сегодня, наверное, мы поиграем за самого интересного робота. А, за какого за робота? За Робокопа, наверное, да? Или за... А какие там еще роботы есть, блядь? Которые вообще не связаны ни с чем, блядь. Да хуй его знает, блядь. Я немножко посидел в тренировке и понял то, что у Сайракса невероятно большой комбо-потенциал. А, да ты шо, невероятно большой комбо-потенциал. Только один вопрос. Кому это нахуй надо? Все эти... Персонажи, добавленные модами. Кто ими играть будет-то, блядь? Комбо-потенциал. Перед кем хвастаться этим комбо-потенциалом, блядь? Очень красивые джаглы и большой урон. То есть... И большой урон? О, ну сейчас посмотрим, что он нам покажет. То есть, если сравнивать именно с сектором в этом направлении, то это небо и земля. В общем, обязательно досмотрите. Ну, понятное дело, Сайракс это персонаж, на которого многие дрочат, и поэтому надо его возвысить. И обязательно досмотрите до конца! Обязательно досмотрите до конца! Конечно! Зачем? Обязательно досмотрите до конца! Так зачем? Зачем досматривать до конца? Обязательно досмотрите до конца! Ну, как бы сейчас могу... Конец. И я могу вот вводить вот эти комбинации, чтобы потом открывать вот эти... Все, конец, досмотрел. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, всем пока. Шучу. Ну давайте, что он тут будет пиздить еще? 11. Сегодня, наверное, мы поиграем за самого интересного. И понял то, что у Сайра... Очень красивые джаглы и большой урон. То есть, если сравнивать именно с сектором в этом направлении, то это небо и земля. В общем, обязательно досмотрите данное видео до конца, потому что, мне кажется, этот персонаж вам понравится. Так, как... Так а смысл это? Всегда, выбирай любого персонажа, пусть это будет Шао Кан. Как всегда. Как всегда. Выбираю персонажа, любого. И как мы видим, снизу Окан. Нажимаю на секретную комбинацию. Cyrax activated. Так, слышу звуковое подтверждение. Ебать, сука, цирк уродов, блядь, реально. И беру героя. Да, играем, конечно же, против самых жестких ботов. Ботов? Посмотрим, как получится сегодня. В прошлый раз за сектора вроде неплохо было, но Cyrax намного сложнее в плане комбинации. Вот сейчас вы это увидите, я постараюсь показать вам самые интересные джаглы. А ты не пробовал зайти в тренировку и там показать самые интересные джунгли? Но это будет сложно, да, то есть, возможно, у него комбо потенциал и лучше, но чтобы его полностью раскрыть, ты должен стараться больше, это 100%. Ой-ой-ой, вот сейчас, кстати, очень было... интересная ситуация, я хотел в углу закомбить, но там такой сложный линк. О, наказал. Посмотри. Ага, получилось! Йо, 292. Вау! Нихуя себе уронище, блядь! Аж обосраться можно, 29%. Нихуя себе! Нигде такого не видел, блядь! Пиздец, открыл что-то неимоверное, блядь! Вот эта комбинация мне очень напоминает вообще основные такие джаглы Сайракса в Mortal Kombat 9 и Mortal Kombat X. Он туда комбит с помощью своих бомбочек. Ебать, он всегда комбится с помощью своих бомбочек, блять. Бля, Сайракс как на параше сидит или на бутылке, я не знаю. Реально, можете дорисовать бутылку и как бы и будет отлично. Я очень удивился, когда нашел вот такие возможности для нанесения урона, так сказать.
Очень удивился, блядь. В Mortal Kombat 9 было, говорит, в Mortal Kombat X было. А тут он очень удивился, что такое есть. Смотри, посмотри, посмотри. О, 364! Ага! Нихуя себе! 36% урона, блядь! Обосраться просто можно! Йоу! Йоу-йоу-йоу! Сектору об этом только мечтать. Да-да, блядь. Так. Мало того, что в углу. Неплохо. Ох ты. И 36. Ну, кстати, это не совсем оптимальная тема от Ботата, что он сейчас сделал, но все равно понял, да, то, что нужно в данный момент воспользоваться Fatal Blow. Смотри, сейчас попробую еще раз. Очень сложная комба, на самом деле. Может, она легко выглядит, но сделать ее трудно. Что там сложного-то, блядь? Во время замедления бомбочка взрывается быстрее. Ой, блядь, цирк, реально цирк. Чё тут еще комбы будут? Или мне достаточно приятно за с невероятной мощью его играть. Так, не получилось, что-то я тупанул. Воу, это что такое? А, блин, это Соня за этот, с роботом. Ну иди сюда. Иди сюда, дорогуша. Так, неплохо. Ну вы уже на буквально за одну игру могли понять, насколько сильно комбит этот робот. Ой-ой-ой. На сколько? На тридцатку. Так, надо делать брейкэвэй. Оу, она сразу реверсалит воздушные напрыжки. О, нет. Кстати, на Соню лучше вообще не пытаться напрыгивать, потому что... Почему? Это ж невероятный Сайракс, блять! Это один из ботов, который все антиэрит. Я только это понял. Есть, есть, есть. И тут же напрыгнул, блять. Попробуй заантиэрить это. Есть. Ну, хотя бы апперкотом. 27! Ого! Бля, она так приседает. Она так приседает и потом сразу контратакует, как наказание. О, есть! Как мы видим, да, вот особенность этой сетки, то, что она на землю ставит. То есть, если раньше было, когда сетка, ну, попадала, она всегда, ну, если в воздухе, то в воздухе, да. А тут нет, тут всегда на землю. Апперкот, блин, не достал. Опущенный сеткой, блядь. Ну, кстати, сетку не ловит. Ну хорошо, что она делает небезопасные вещи, да? Посмотри. Йоу, 298. Ого! И без метра, ребятки, они. И без метра, блядь! Нихуя себе! Всего два захвата по 14%. Вот тебе тот же самый урон. Пиздец. Не потратил метр атаки. С метром я, наверное, смогу дойти до, ну, до практически 400 урона. Что, конечно, очень много. Ну да, три захвата. Очень много, просто, блядь. Деваться некуда от такого количества урона. Вот Соня один из немногих персонажей, который может, так сказать, посоревноваться, да, со мной. С Сайрексом. А, блин, две сетки нельзя вместе соединить. Ах, захват. Да, если Сони попадет, то это будет очень больно. Давай, Джонни комби. Чисто апперкотами добиваем, чтобы было... Короче, блядь, 29%, 36% это потолок. Понятно, ну и... А ну, вывод сделай. На этом все. Надеюсь, вам понравилось прохождение башни Mortal Kombat 11 за Сайрекса. В прошлом видео некоторые люди меня не поняли и подумали то, что за роботов и вообще за вот этих сюжетных героев можно играть там на PlayStation 4 или вот просто так. Ребята, это немножко модифицированная версия игры. Ой, да ладно, блядь! Да ладно, блядь! Нихуя себе! Вот когда я говорю, что его зрители реально дебилы, ну как бы я не знаю, блядь, почему на меня все обижаются. Вот сейчас, в принципе, он явно дает понять, что они реально дебилы. То есть
Они на полном серьезе подумали, что на этих персонажей можно играть. Блять, они реально подумали, что это секретные персонажи. Ну, как бы, во-первых, он сам гандон написал, что это типа секретное, да, там, ну, дал так понять. Вот. Ну, далеко ж не все в состоянии это понять, что это наебалово, блядь. Вот. И с другой стороны, люди сами, блядь, вот настолько, сука, они вот постоянно говорят там, ты нихуя не шаришь, ты такой весь, блядь, хуёвый, ты там, блядь, дебил, да? При этом сами даже элементарные вещи, блядь, понять не могут, что их тупо наебали. Как можно, блядь, подумать, что за этих персонажей можно играть? Они недоступны, блядь, вы дебилы. Вы умственно отсталые придурки, блядь. Ой, блядь. И только на ней я могу вот вводить вот эти комбинации, чтобы потом открывать вот этих героев. Если что, ссылки оставлю в описании. Ребята, напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть. Подожди, так а где ты можешь вводить, я так и не понял. Ебать рожа. Ебать, что он колдует, блядь? За роботов и вообще за вот этих сюжетных героев можно играть там на PlayStation 4 или вот просто так. А, ребята, это немножко модифицированная версия игры, и только на ней я могу вот вводить вот эти комбинации, чтобы потом открывать вот этих героев. Я вам дам совет. Модифицированная игра, блядь. Шлите нахуй эту всю парашу, блядь. Оно вам надо? Все эти сайроксы, блядь, секторы, нахуй. Вы все равно в онлайне не сможете за них играть. Пару раз столбик пройти и выкинуть, нахуй. А если вы играете на PlayStation... Он не сказал, возьмите это на комп. На PlayStation, блядь. Установив какую-то пиратку, блядь, на PlayStation, вы себе похерите всю приставку, блядь. Ну, по крайней мере, я слышал такое, что когда ты... какую-то хуйню неофициально устанавливаешь на приставку, да, тебя могут заблокировать. Нахуй оно вам надо, блядь? Не, без базара, вы умнее, блядь, вам там виднее, делайте, что хотите. Но мое мнение такое, блядь, что эту всю хуйню устанавливать нахуй не надо. Он играет вообще, скорее всего, на компе, блядь. А на компе, естественно, пиратку установил и все. Никаких модов тебе не надо устанавливать в Steam-версию, чтобы тебя там блокировали. Ну вот, пиратку установил и все проблемы, блядь. Если что, ссылки оставлю в описании. Ребята, напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в следующем в подобном формате. Матара, давай. Мне интересно, а что он еще может-то, блядь, показать? Кроме хроники, больше никто не остался, блядь. Выбор просто, блядь, невъебенный. Буду рад вашим лайкам, репостам. Все, увидимся мы с вами, я думаю, совсем скоро. Если что, чекните вот эти видео. Да нахуй надо, блядь. Блядь, у него постоянно рожа вот такая, знаете, хитроебаная, блядь. Не знаю, как можно вообще такому ебалу что-то доверять, блядь. Вообще, как ему можно доверять, блядь. У него ж ебало явного наебщика, блядь. Пиздец. Ну да ладно. Уже можно было даже понять по невъебенному этому, блядь, урону, ебать, в 27%, блядь. 36% это предел. Ебануться, блядь. Ой, блядь, да, прям невъебенный урон, блядь. После даже этого одного, да даже, блядь, после того, что вот люди поверили, да, изначально. Пусть дебилы, да, но они, блядь, поверили. Он же не сказал вначале, что это моды. Правильно? Он предоставил ту информацию, как вроде, блядь, какие-то секреты, блядь. Уже в этом наебалове, блядь, можно уже было бы давно его нахуй послать. Но нет, блядь, люди его смотрят, блядь. Ну, ребят, дело ваше. Как бы, если вы реально такие дебилы, блядь, то флаг вам в руку. В одну руку причем. Второй вы дрочите, блядь, на вот эту всю хуйню. В общем, ладно, блядь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи, всем пока. Есть. Ну...